Мы рады вас видеть на первом Одинцовском фестивале молодежных инициатив «Твой фест». Молодые, активные, инициативные. В парке культуры и отдыха имени Ларисы Лазутиной стартовал первый фестиваль молодежных инициатив «Твой фест». Мы его умышленно назвали не молодежных объединений, не молодежи, а молодежных инициатив. Потому что очень много движений в молодежной среде, они именно в формате какого-то проекта, какого-то объединения небольших творческих групп происходит. И мы хотим это показать. Как говорится, себя показать и на других посмотреть. Рассказать о своих увлечениях, поделиться опытом, подчерпнуть что-то новое. На фестивальных площадках можно познакомиться с деятельностью общественных организаций, неформальных объединений и творческих коллективов Одинцовского городского округа. Чего здесь только нет. Здесь, на фестивале, можно прикоснуться к макету военной техники времен Великой Отечественной войны и посидеть за рулем шикарного кабриолета. Как и сама молодежь, все на контрасте. Макеты военной техники и современные арт-объекты, деятельность историко-патриотических клубов и киберспорт, лазертаг и центр потока энергии. Это называется контактный шар. Шар используется для контактного жонглирования, и когда вы с ним взаимодействуете, вы чувствуете вот этот самый поток, и не только вы его чувствуете, его ощущают те, кто наблюдает со стороны. Поэтому называется искусство потока. То есть ловится такое ощущение чудесного мгновения, в котором ты сам находишься, и помогаешь в него погрузиться другим. Все можно попробовать, потрогать, испытать. Пару упражнений, и вы почти виртуозно владеете техникой потока. Вам страшно, да? Мне тоже немножко. Не, на самом деле очень классная площадка, очень классная локация, центр потока. И Илья замечательный тренер. Я никогда ничего подобного не делала, в руках таких вещей не держала. Вот, но мне кажется, это все на координацию, на баланс, на ощущения, ну прям очень-очень круто. Для более экстремальных случаев пригодится краткий курс молодых спасателей от инструкторов отряда «Лиза Алерт». Раз, два, три, 4, 5, стоп, замерли. Перевернуть человека без сознания на 3 счета под силу каждому. Так же, как и применить свои физические способности, знания, задействовать фантазию и творчество, считают организаторы. На нашем фестивале представлены различные арт-объекты, в создании которых участники фестиваля могут принять участие, поразукрашивать кисточками, красками, попридумывать, поразвязывать крафтовыми веревочками различные тоже творческие объекты. Много креатива, музыки и хорошего настроения на целый день. Для жителей и гостей парка получился настоящий праздник. Начало новой доброй традиции положено. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».